Привет, привет. Сегодня долгожданные новости по морю. Сегодня у нас 13 декабря. Море выглядит вот так. Вчера здесь основательная такая чистка произошла. Отковыряла много Ксении. Еще хочу со стенок вот эту счистить. И вот там сзади, видите, тоже. Вот, нужно найти пока кому отдать. А пока что она такая. Пока что растет. У меня на самом деле тут столько всего уже произошло, что я даже не помню, что я рассказывала, что нет. Во-первых, у меня вот новая рыбка-клоун. Дело в том, что прошлая маленькая заболела и умерла. Я ее лечить пыталась, но ничего не помогло. Так что у меня вот такой новый дружочек. Я заметила, что маленькие рыбки, они намного лучше приживаются в плане вот именно симбиоза с актинией. Они сразу идут в актинию. То есть, видимо, какой-то у них инстинкт такой. А у более взрослых уже нет такого. Если они не жили с актинией, они не подходят к ней. Ну так, притираются иногда, он как мои, но не знаю. А насчет актинии, кстати. Сначала она вот тут вот что-то делала странное такое, сейчас покажу. Смотрела сегодня утром на Актинию, думаю, красиво она распустилась. И смотрите, что увидела. У нее отвалился один ус. Вон лежит. Как это так? Кто его ей откусил, интересно? Клоун, кстати, там. Вон он тусит. Я вчера его покормила, а сегодня отвалился ус. Очень странно. Вон он лежит. Скинула из себя. Вот такая красотка. Вообще прям, что-то она разошлась. А потом, вчера буквально, она что-то как-то погрустнела, я расстроилась, я решила дать ей покушать, дала ей покушать, все утащила, вот эта злобная креветка, вон она. И актиния разделилась на две части. А видите, она переползла немножко наверх, а вторая часть сидит вот там. Вон, видите, щупки? Вот эти щупки. Там вторая часть актинии. То есть у меня теперь их две. Я даже не знаю. Плохо. Значит, редакции чувствуют себя хорошо. Корнулярия тоже отлично. Смотрите, какая она пушистая. Немножко вот тут вот распалась. Это я вчера ковыряла там, выковыривала эти все каулерпу. Клавулярия трех видов. Видите, одна, похоже, начинает кошмарить другую. И еще, наверное, вот клавулярия с этой стороны. Ой, корнулярия с этой стороны помогает, поэтому она как-то не сильно длинненькая. Зато распустилась вот там, вон такая кислотно-зеленая вдалеке. А вот тут вот маленький мой Радактис. Помните, он был вообще малюткой. Сейчас он подрос, наверное, после покупки раза в два, если не в три. Вот, прям большой стал, классно. Вот, а так особо ничего нового. А, рыбонька у меня. У меня новая рыбонька. Но что-то я не знаю, где она. Короче, я завела мандаринку красную. И она у меня живет уже, наверное, пару месяцев. Не знаю, что она ест, но я кормлю заморозкой. Наверное, она находит еще каких-нибудь жучков у себя там. И постепенно она, знаете, разжирела, я вам скажу. Я попробую сейчас найти видео, где я ее только взяла, я ее много снимала. Сейчас что-то. Она, кстати, боится, когда к аквариуму подходишь, там резко или что-то, какие-то движения, она шух и нету сразу. Актиния как-то не очень себя чувствует. Она у меня раздвоилась. Там в камнях вторая актиния.
И это теперь, видите, как-то похудело очень сильно. Мандаринка классная. Не знаю, что она ест в основном. Заморозку или каких-нибудь жуков находит. Но вот пока живет. Чувствует себя нормально. Пугливая. А так прикольная. Из добавок все то же самое в аквариуме. Воду стараюсь менять каждую неделю, но как получается, иногда, конечно, не выходит каждую неделю. Вот эти радактисы у меня расплодились, мне кажется, потому что вот тут вот сверху он растет, он кошмарит Ксению. Скоро все недоброжелатели Ксении обрадуются, потому что, мне кажется, она с двух сторон, видите, начинает постепенно выталкиваться просто из этого аквариума. Поэтому она скучилась такая. Вот, вообще Ксения похудела, меня тут не было пару недель, и ну, видно, что как-то вот она похудела. Меньше кормили аквариум. Вот, так все то же самое. Планирую переезжать в большой объем, если честно. Хочу что-нибудь такое побольше. Литров, наверное, на 100-120. Короче, до 150, наверное. Вот, еще не знаю, куда ставить, не знаю еще, какого формата, кубик или прямоугольный. В общем, но планы есть, хочу, конечно, море побольше. Вот здесь мне мало места. Хочу, чтобы вот этот радактис развернулся хорошо, чтобы всем было место. И хочу завести еще пару клоунов. Но никак нету моей расцветки, которую я хочу, так что пока придется только ждать. Вот такие вот новости зимние.